Дорогие друзья, нашу концертную программу продолжает наши уже, как это сказать, сотрудники, да, наши молочнинские, точнее, наша молочнинская. Вы наверняка, ну как это, догадываетесь, о ком я говорю. Вот, раньше до этого все время она пела. Вот, а тут что-то произошло, да, пошло не так. Она, оказывается, еще играет на клавишах и довольно неплохо это делает. Давайте аплодисментами встретим Людмилу Андреевну. Может, начнем немножко подержать аплодисменты. Людмила Андреевна на сцене еще.